О, всем привет, табуречество, это я, Лаки Крафт. Как видите, я вернулся из этого портала. О, меня засасывает. Ладно, все, могу снять видео не в портале. Мы снова играем в мини-игру КЕК! Варс. Юху, мы будем играть в КЕК Варс. И да, в этом видео будет очень много кеков. Во время матча будет спрятано на 6 кеков. Напишите время, на котором вы их заметили в комментариях. Ну и тогда я лайкну ваш коммент. Никто не смотрит на говно. Приступаем к видео. Во-первых, ну вот сейчас я покажу в углу, каких кеков надо искать. И если вы найдете таких 6, я лайкну ваш комментарий. Это будет здорово. Ладно, приступаем. Во-первых, что нам нужно? Сделать. Извините, я просто решил проверить, включен ли микрофон. Нам нужно, во-первых, включить первое лицо. И как... По привычке сказать кек, но этот кек не считается. И после этого тоже не считается. Заходим в кек Варс, и этот кек тоже не считается. Заходим. Вы поняли, они будут без меня. Здесь вы поняли. Так, мы в красненькой команде. Я никогда не буду в красненькой команде, я буду в синей. Синие, не голубые. Это наш девиз. Снова. Что это? Голубая команда? Ясно. Почему все овцы, а голубая не овцы? Это странно. Ладно, чем бы тут заняться? Давайте посмотрим, что на вот этом вот острове Скайблока, до которого набирается куча... Лавочка! Присядем на дорожку. 3, 2, 1. Все. Началась наша синяя команда. Так, где там наш... Вот это наш тортик. У нас есть общий сундук. Офигеть. Хорошая карточка, так значит. Так, нам нужно туда строиться. Это моя первая задача будет. Пусть вы защищаете. А я буду построиться на тот остров. А это центр, как я вижу. Мы близко к центру. Это здорово. А. То есть я понял. Они не будут защищать. Я буду копить на обсидиан. Так, сколько там строит один? Сколько нам стоит один обсидиан? Ясно. Нужно хоть как-то все застроить. На. И еще на. Нам нужно хорошенечко так застроить все. Энстоуна. Больше энстоуна. Все здорово. Че, красный пришел? Покупаем себе по привычке хельмет, честплейт, леггинсы. Хотя нет. Нам нужно построиться до того острова. А, мы уже построились. А, мы уже построились. Это здорово. Все, будем фармить. Фармим, фармим, фармим. Мы фармим, фармим, фармим.
бутсы. А, леггинсы оставить. А, я уже думал, кто-то идет. Куплю себе Diamond Sword. Ну и все. Красных сожрали. Эй, они что, желтые захватили наши изумруды? Офигеть. Это же ты захватил нашу эзмеральду. Надо захватить. Мне нужна кирка. Мне нужна кирка. Сколько там кирка стоит? В эзмеральдном 10. Diamond pickaxe. Самое главное — это изумрудики. Изумрудики — хороший ресурс. А еще нужно немножко прокачаться. Все здорово. Все здорово. Дебил я. Но все равно хорошая броня. А, забыл. Дебил я. Нужно закупиться немножко эндстоуна. Хорошо, можно застраиваться. У нас есть куча камня края. А. Короче, я сейчас занимаюсь всякой фигней. Все, можно идти захватывать желтых. Пойдемте захватывать желтых. Тут нужна какая-нибудь эпичная музыка, которую я вставлю. Все, я молодец, я лучший вообще. Вообще, поняли, я съел тортик желтых. Мы победим. У нас остался только наш тортик. Это не здорово. Думаю, они на нас обозлились. На, да, да. Ты иди захватывай точку, а я тут пофармлю немножко. Потому что у нас капец как бы происходит. Ясно. Ну, нам центральная точка не особо нужна. Потому что мы крутые без нее так-то. Во-первых, нам нужна куча эзмеральда. Черт. Ну, тут как бы писец. Все, иди. Желтые остались... Золотых мы сейчас... Думаю, мы затащим этот матч. Мы остались одни. Ну, то есть, не одни. Самое главное. Кирка. Хотя меч тоже важен. Ну, меч можно и... Все, минимальная защита есть.
Думаю, мы справимся. Остается только сидеть у нас на базе и веселить. Надо бы туда построиться, а то как-то вообще никак. Мы хорошие вообще. Красных больше, но у нас же есть тортик. А тортик в этом кейк-варсе, это главное. Ну, как вы понимаете. Джек, только кейк-варс, а кейк-варс, это тортик по-английски. Блин. Так, нам нужно туда построиться, потому что мы умные. О, там земля. Вообще, скайблок классный. А, он крутой. Все, точку захватил, а я пойду базу защищать. Потому что я вообще классный. Думал, на красных нужно нападать. Нападаем на красных, в принципе. А, точно, броню можно купить. Алмазненькую. Так, нужно подготовиться, купить себе алмазненькой броньки. Пойду отбивать Хидл Пойнт. Она нам тоже нужна. Так. Там. База тех, кто остались. Мы синие против красных. Интересно, кто это за там остался? Мы синие против красных. Думаю, только нам нужны луки и стенки. Да. Чтобы наши не загомачились. Отбивайся, давай. Мы справимся. А сейчас снова время для эпичной музыки. Так, красные синие. Так, нужно построить защиту. Сейчас должна быть гиперэпическая. Гипер прям эпическая музычка.
Я один остался. Они нас победят. 100%. Я один против двух. И в этот момент я понял, мне конец. Красные вообще дебилы. Короче, красные победили. Это охрененно. Грустно, мне так грустно. Так, но наш уровень все равно уже второй. Лавла, блин. У нас уже второй уровень. Я могу купить себе кит какой-нибудь? Кит. Цель этот, Уарио. Блин, у нас все ужасно. Капец. Я красный! Да офигеть, блин! Да никогда я в жизни не буду красным! Вообще, блин! Все. Новый матч начался, мы зеленые, будем фармить. Моя задача построить туда островка. А, он уже строится до нужного островка. Ну, а я буду фармить. Надеюсь, в этой игре не будут такие охреневшие красные, как в тот раз. Спойлер, они будут. У нас зеленая бронька, которую невозможно снять. Он застраивает все. А я все застрою обсидианом. Потому что не должно повториться. Мы плохо защищали тортик из-за той мины. Обсидиан очень хорошо. Нам нужен именно обсидиан. Кстати, бронька тоже не помешала бы. Красные вообще враги. Красные вообще враги. Великое противостояние. Ладно, остается только одно делать мне. Пить алмазный меч. И накупить эндстоунов.
Серну Йоник. И на последние деньги я куплю еще немножко Энстоуна. Это очень важный ресурс, как я понимаю. Он тоже хорошо защищает так наш тортик. И все равно это даже, знаете, кейк-варс, это проще, думаю, чем бэд-варс. Потому что бэд-варс — это бэд-варс, а бэд — это значит плох. А, не то сказал. Бэд — это бэд... Bad time. Там нужно защищать два блока. А тут нужно защищать один блок. О, эрмеральды. Думаю, можно штурмовать всех. Например, центр. Наша задача это построить стену из обсидиана. И капец застроиться, чтобы к нам не пробирались опасные красные. Ну что, красные у нас, похоже, такие же борзые. И вообще боу нам нужен. Боу. Нам нужен боу. Резко. Нам нужен боу, потому что я мафиози. Мафиози. Все, хейст улучшили нам. Боу и стрелы почему-то такие дорогие. А вот тот, видимо, хороший. Короче, красных нужно уничтожать. Я иду уничтожать красных! Еппой! Все, убили. Это сила. Мы дебилы, это сила. Мы дебилы, это мощь. Да. Зеленые не лохи, зеленые не рыжие. Блин. Черт, меня, кажется, убили. Ладно. Защищаемся. Стоим. Надо построить замок. Я построю замок. В котором мы сможем защищать тортик с луков и... Желтые, похоже, снова умрут первые. Красные победят. А мы останемся лохами. Как обычно. Алмазную кирку. Алмазный меч? Нет, не алмазный меч. Меч подойдет от железный. Бутсы, леггинсы, честплейт, кек. Я иду, точка! Йуху! Аллилуйя! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Все, хорошо. Хорошо, желтые сдохли. У нас в этот раз снова великое противостояние с красными, похоже, будет. Но нас меньше, у обоих есть торты, но нас все равно меньше. Я защищу базу. Так, моя задача построить стену из обсидиана. Там, кажется, синий чувак.
Кстати, надо бы улучшиться. Это здорово. Во-первых, мне нужна красная броня. Ой, то есть классная, а не красная. Красная вообще худшая. А еще мне нужны ножницы, чтобы порезать красным базу. Чик-чик, я порежу красных. Да и не красный. Проходи. Срачка. Гениальная смерть! О, а можно так захватывать точку? Я буду фармить. Фарм. Срака. Поздравляю. Лучшая смерть на планете. Что такое делать? Стоять и фармить. Синие нападают! Синие! Синие нападают! Синие вообще куку в этот раз. Потому что они враги наши. Враги все кукушку съели. Вообще, кажется, нам жопа. Кажется, нам жопа. Наш тортик сожрет. Я думаю, мы в полной жопе. Остались только борзые, синие, красные. А мы просто тут, мы зеленые. Никогда зеленых больше брать не буду. Единственное, что я хочу сейчас сделать, это построить себе домик. Я это постоянно хотел сделать, но так и не сделал ни разу. Домик хочу себе построить. В небесах, чтобы меня не достали. А еще меч возьму. И я буду вести себя плохо. Я просто уйду. Просто уйду. В небесах. Просто в небеса ухожу я. В небеса ухожу я. А ничего, охренели? В небеса ухожу, я жру. О, привет! О, привет! Не знаю, но я буду строить скайблок. Это мне всегда помогает. Просто закроюсь тут и буду мечтать о том, что они меня не поймают. Пусть они воюют между собой. Пусть убивают друг друга. А я не такой. Я просто защитник. Я просто решил построить домик. Сейчас я вырежу, может, я победил. Я все так и закончу. Потому что запись...
немножко обрезалась.